Здорово, брат Кюня. Сегодня у нас Хэллоуин на носу, 31 октября, блин. И сегодня мы в честь этого играем в игрушку Hello Neighbor 2. Меня давно просили в это поиграть. И в честь Хэллоуина я считаю это самый лучший вариант. Но пипец. Хотел сделать эпичную маску, в итоге черти что получилось вообще. Сначала вроде нормально, но нацепил сейчас на несколько минут, и уже вот все сползло уже. Это пипец. В общем, как я так буду играть-то буду, а? Ну ладно, раз уж на это дело пошло, то поехали. Короче, у нас тут английский язык. Ну, в общем, будем смотреть. Настройки контроллера и инвентирование, так, графика. Звуки, настройки громкости наконец-то появилось, чего в первом Hello Neighbor, блин, не было. Это альфа 1.5, кстати. И, собственно говоря, вот она, это последняя на данный момент версия, которая вышла уже давно. Ладно, нажимаем новая игра. Я к ней готовился вчера целый день, к этой игре, потому что, она очень сложная, и если бы я бы не готовился, я бы просто бы тупил тут по-жесткому и нифига бы не прошел. Я ее еще полностью не прошел, но я нашел некоторые подсказки и так далее. Короче, здесь уже никакой главный герой, никакой не Некрот, блин, за которого мы играли в первой части, а вообще вон репортер какой-то, блин. А главный злодей у нас вот этот вот Ворон, короче, блин, который, я так, насколько я понял, похищает детишек. Кто это, что это за Ворон, мы нифига не знаем, конечно. Как мы видим, троих, это дети, типа. Кстати, вот это вот с тыквой на голове, с оранжевой, знаете, мне кого напоминает? Мне напоминает девочку Катю из... подругу Дим Димыча из Фиксиков. Тот же самый наряд. Ну, хотя нет, не совсем. У Кати там юбочка была, а тут штаны, типа... Но очень похоже, очень похоже. Я прям реально понял. Да, короче, этот Ворон, как мы поняли, он похищает детишек. И нам надо бы, наверное, их спасти, я так понимаю. Мы играем за... Так, мы приехали на тачке. Мы играем за журналиста, у которого вон микрофон даже болтается внизу. Это микрофон же, я так понимаю, да? Короче, есть... вот здесь вот такой вот инвентарь. Давайте бинокль здесь оставим. Есть камера, есть вот такой мониторчик. Таб нажимаем, открывается инвентарь. Непривычно, непривычно. Ставим вот так камеру, берем мониторчик и... Мы видим себя. А как выйти отсюда? Я что-то забыл. А, вот так. И эта камера нам очень может пригодиться. Ну, в принципе, наверное, я думаю, нет. Она для кое-чего нужна, но я буду использовать альтернативный способ. Короче, как видим, это тот же самый дом соседа, но, как вы видите, все стало каким-то более мультяшным. Это, знаете, не очень-то мне и нравится. Более мультяшным, еще более мультяшным, чем... первом соседе, видите, вообще в дом кривой какой-то, непонятно. Ну, может быть, он просто в таком состоянии, хотя я вниз, как можно было бы его так сделать. Видно, что прям игра под Хэллоуин, потому что вон тыквы везде стоят. Внешне этот дом тот же, что из первого соседа, но внутри это, а он абсолютно другой, ничего подобного не было. В отличие, кстати, от первого Hello Neighbor, здесь такое более такое открытое пространство. Здесь помимо дома нам еще доступен целый городок.
Вон, тут целая куча зданий, которые нам будут нужны. И мы в них постараемся, по крайней мере, проникнуть. Этот фургончик нам пригодится. Так, можем сесть за руль, но кататься, к сожалению, мы не можем. А ведь можно было бы задавить на этой машине ворона, и все проблемы бы решились. Так, короче, вот немного не очень удобно то, что все предметы в основном тут на втором этаже, на первом ничего особо-то нет. Туалет запертый, но нам, в принципе, он и не нужен. Рубильник есть, но он никак не функционирует. И, короче, первое, что бы нам надо, это сходить на заправку. То есть нам бы не, то есть нам не надо сразу пока в дом идти. Мы пойдем на заправку. Кстати, вот этот ворон, он, кстати, можно встретить вот такого кошака. Кошак такой бегает. Что же он здесь делает, я вообще не в курсе. Убить его нельзя, вреда он нам не принесет. Еще он немного странный такой костюмчик, можно сказать, носит. Вот, видите, можно здесь уже залезать на реальные объекты. Можно тут, да, залезать при помощи пробела. И это очень удобно. А, ну, не допрыгнул я, к сожалению. Сейчас попробуем еще раз. Блин, я из-за этой машки хуже вижу намного. Ворон этот будет преследовать нас не только в доме, но и в городке тоже, если он нас заметит. Не знаю, может быть, это в будущих версиях поправят, а может быть, так и надо. Давай, залезай. А, отлично. Во-первых, помимо того, что мы берем... Так, надо его отключить. Мы его выключили. Хватаем кабель, во-первых, отключаем. Он нам тоже нужен. Ну, а во-вторых, берем вот этот вот генератор. Нам нужно проникнуть на заправку также через этот люк и украсть отсюда бензин. Вот он есть, наверное, и еще где-то. А, на одной из этих полок был тоже бензин, я помню, но сейчас, а вот еще один. На всякий случай возьмем два, вдруг один не подойдет. Стекла, в отличие от первой части, здесь не разбиваются. Тут надо искать другие пути уже. Фу, короче, все вот так вот завязано. И в чем же цель? Цель у нас теперь не в том, чтобы проникнуть в подвал. Прохода в подвал-то тут и нету. Цель, нам нужно попасть вон в ту дверцу. Вон в ту дверцу, над которой красный фонарь горит. Чердак. Так, во-первых, блин, нам понадобится кое-что сделать. Опа, а вот и он, бежим отсюда. Если он нас поймает, мы лишаемся предметов, к сожалению. Некоторые из них отлетают куда-то в сторону, некоторые ворон утаскивает туда, где их взял. Так что это довольно-таки сложно. Он свалил отсюда или нет? Твою мать! Он поймал меня. Генератор, по-моему, остался. В принципе, мы можем отбиться от него, но, наверное, только если... Да блин. Сложно, сложно, сложно. Как сложно. Ворон этот очень сильно бесит. Гораздо более бесячий, чем соседы из первого. Кстати, здесь соседа надо этого спасти. Он находится где-то там наверху. Он находится как раз-таки на том чердаке. Замочной скважины подглядывать. Блин, нельзя. Вот, короче, сложно будет туда попасть. Пока он там ходит.
Ну, можно и альтернативным, так сказать, способом попасть. Может быть, мы через щель его увидим, но я что-то не уверен. Блин. Он генератор забрал. И куда он его собирается тащить, я не знаю. Кстати, пусть, наверное, обратно. О, а, он в меня его. А! Чувак. Куда он, за генератором, что ли, пошел? Я думал, он мне по-дружески такой отдал его, смотрите-ка. Но нет. Он улетел. Он, походу, улетел туда куда-то. Я. Блин, я ненавижу эту траву. Ничего, потому что не видно. Блин. Это пипец. Почему я здесь оказался вообще, а не возле фургончика там своего, я не знаю. Так, а мне, может быть, генератор случайно туда назад не попал? По-моему, нет, я его не вижу. Давайте залезем, посмотрим. А что ты не залезаешь-то, ё-моё? Залезал же раньше. Во. Нет, по-моему, нету там. И куда вот... Некоторые предметы ворон спрячет туда, будет прятать туда, где их будет тяжело, где мы будем не знать даже. Да, нету его, нету его. А, вон он тащит его. Или это не он? Так, а где дом-то у него, я уже забыл. Заблудиться можно там. Короче, это реально сложно, это сложно. Генератор еще один мы не добудем. Тут он всего один. Где его добыть, я понять просто не имею. Может, он где-то в доме стоит. Давайте посмотрим. В том, что мы еще и кабель не знаем, где теперь. Ну, кабель тут есть еще один, это вот здесь. А, нет, теперь его нету здесь. Так, давайте заново начнем, потому что, ну, это все уже, я не знаю, что делать. Мы потеряли, можно сказать, и генератор, и кабель, и все. Так, пропускаем все это дерьмо, идем опять туда, потому что я не найду уже этот генератор нигде. Ворон его куда-то спрятал и спрятал туда, где я его хрен найду. Конечно же, здесь есть баги, которые могут даже взбесить. Реально прям могут взбесить. Так, выключаем это дело. Можно нажать на Tab, просто нажать, не удерживать. А, и это, короче, прячет предмет. Блин, зачем я спрыгнул? Я бензин еще должен достать. Без него не будет. Без него генератор-то не заработает. Да ё-моё, ну что ты? Ух, это челлендж какой-то, блин. Снять ролик в такой маске отвратительной. Теперь бензин в другой, вообще на другой полке. Это вот он. И здесь раньше был, теперь здесь его нет. Тут все теперь рандомно. Это не как в первом соседе.
есть дверь, которая открывается с помощью кода, и теперь этот код, он всегда рандомный. Тоже, чтобы его узнать, надо обязательно поставить камеру и подождать, пока ворон, короче, посмотреть, какую комбинацию ведет ворон, и ее использовать. Просто так запомнить навсегда нельзя. Она всегда будет меняться с перезагрузкой игры. И это очень печально. Так, ворон уже зашел где-то куда-то себе домой. И вот как-то его надо, наверное, отвлечь. Можно, в принципе, по-другому войти домой. Это залезть вот сюда. Затем залезть вот на этот домик на дереве. Тут есть еще фонарь. Прыгнуть вот сюда. Я упал. И ворон меня еще и заметил. Так что валим отсюда быстрее. Ворон этот, кстати, намного опаснее, чем сосед из первой части, потому что он в любое место, куда бы мы ни попали, может попасть тоже. Потому что он может летать с помощью огнетушителя. Еще раз, давай. О. Ай. Так, ну куда ты его спрятал-то, на? Включаем. Включаем, нафиг, полетели. Бензин. Заправляем. И перед этим еще надо ломик этот сбить. Надо через... Нелогично, конечно, но надо вот так вот сбивать лом. О, мы с первого раза даже попали. И, во-первых, включаем эту хренотень. Поворачиваем в другую сторону. Блин. Иди нафиг, пожалуйста. Ой, а маска-то моя вообще испортилась. Я только сейчас это заметил. Капец, вы, наверное, просто ржете над тем, как у меня маска ломается. Ну, пипец. Ладно, зато генератор включен, и мы хотя бы этой цели достигли. Надо добыть огниту... Надо это, попасть туда и выключить эту штуку, потому что иначе ломик там просто, наверное... Офигически застрянет. И это будет печально. Придется, короче, опять туда лезть, потому что через этот проход он нас зачастую ловит. Ломик этот, я не знаю уже, куда движется. Вот так вот подготовился к Хэллоуину, называется. Маска на ровном месте рушится. Так, проверим. Телефон. Давайте выключим. Его искать придется теперь. Благодаря тебе, скотина. Да, это игра, которая реально, походу, ставит перед собой цель бесить тебя постоянно. Но мне реально так кажется.
Так, во-первых, вот что нам надо. Собираем конусы вот эти. Нужно для кое-чего они нам нужны. Они нужны нам для того, чтобы огнетушитель взять. Который нам понадобится не для того, чтобы огонь какой-нибудь тушить, а для того, чтобы летать. Ну-ка. Ух ты! Предположим, тут один положен на всякий случай. И остальные два. Ну это пипец. Падаю прям сразу же. О, отлично, даже вскарабкиваться не пришлось. Короче, вот эту штуку на ленту надо в другую сторону повернуть, нажав на вот этот рычаг. Нужно нам это, блин! Он же, наверное, теперь обратно ее уже включил. Ворон этот, блин. Да, он ее обратно уже запустил. Вот скотина. Давайте второй тоже возьмем. А все из-за того, что упал с чертова, блин, дерева, и я опять с него упал. Ну это просто. Да ё-моё, ну. А, я это не пройду сегодня, я так чувствую. Это реально сложно. Это долбанное говно. Я знаю, как пройти, но это очень-очень трудно. Это мучения долгие. Да ё-моё, ну что? Вон он сразу стоит. И как теперь быть? Он же теперь знает, где я. Он не такой тупой, как сосед-то. Он все запоминает. Ах, конусы у нас по-прежнему есть. Ну какие конусы? Ну это не то чтобы конусы, это дорожные знаки. Нужно нам это для того, чтобы попасть вот сюда и забрать огнетушитель отсюда. Поворачиваем в обратную сторону, чтобы выбраться отсюда. И вылезаем сюда. Пэп. Огнетушитель. Так, давайте эту штуку поставим здесь. Может, а может быть нам она снова пригодится. Вот так вот мы летаем. К сожалению, ворон прекрасно слышит огнетушитель. Будет слышать. И будет мешать нам. Вот теперь большой вопрос, где лом? Это говно какое-то просто. Мы потеряли лом. Он где-то, наверное, под крышей. А, или вон он. Может, где-то тут? Это телефон. Ай, ломик, походу, где-то внутри. Без ломика мы ничего не сможем сделать. Ладно, давайте попробуем проникнуть сюда. И запустить еще раз этот процесс. Нет, в обратную сторону. Я сказал в обратную сторону. Дурацкая коробка бестолковая. Огнетушитель где? Так.
Так, вот телефон я вижу, а вот ломика-то нет. Ломик застрял где-то. А, вот, я что-то вижу. Это вода. Ну, ё-моё, ну ты задолбал меня. Ну вот задолбал. Да. Ломик я нашел. Он, кстати, чё, в инвентаре-то есть. Огнетушитель он у нас отобрал, и он сейчас его поставит туда, где мы его взяли. Других вариантов не будет. Да ты заколебал меня. Фух, я уже устал это делать, если честно. Особенно в этой маске долбанной. Небо какое оранжевое, прям под Хэллоуин специально как такое, наверное, сделано. Пробуем еще раз проникнуть туда и огнетушитель взять. Я надеюсь, генератор повторно перезаправлять не нужно будет. Маска сползает, и я перестаю что-то видеть. А ворон-то этот, кстати, кажется, меня заметил. Или нет? Наверное, нет. Блин! Ой. Долгий выпуск этот будет долгий. Он уже, наверное, долгий. Ну, хотя, ну, уже вряд ли, но... Да ё-моё, ну... А, повезло, повезло. Показалось. Показалось, что сползла опять. Так, снова выбиваем эту штуку. Да, огнетушитель, как видите, на место на свое вернулся. Так, быстренько проникаем вот сюда. Забираем огнетушитель, открываем эту штуку обратно. Конус берем еще раз. Кладем. Чего он не кладется-то? Алло? А, вот, все. Я не на ту кнопку нажимал. Так, вон он, лом здесь. Генератор же я имею. И генератор вот здесь. Устанавливаем его, я не знаю, правда, где. Быстро подключаем это все нафиг и полетели. Вот так. Все, мы теперь точно знаем, где лом. Если он, конечно, в баге не застрял. Потому что я его там не вижу. Но, наверное, но надеюсь, он там. По крайней мере, сейчас мы на это посмотрим. Он уже каким-то образом опять включил эту штуку. Блин, у него не хватает силушки, чтобы подняться. Ой, ну пипец. Ой-ой, пора валить отсюда. Если я сейчас свою машину увижу, все. Блин, ну что? Как это неудобно, а, летать вот так. Блин, тихо, 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 тихо.
он нас уже, наверное, заметил. Ворон этот срунный. Вон он, лом. Хватаем его быстрее, блин. Пока... О, недолго уж меня осталось. Бери быстрее, что ты не можешь. Ой, пожалуйста. Ло, это ворон. Ну не мешай, видишь, умирающий человек тут уже сидит, блин. Недолго уж меня, походу, осталось. Ладно, не будем, что попало, нести. Нам этот ломик нужен будет для кое-чего. Нет! Нет! Ну теперь... А, он все забрал у нас. И где ломик я теперь достану? Пипец просто. Лом-то где теперь я возьму? Нигде. Огнетушитель мы тоже просрали. Лом просрали. Лом я вообще не знаю, где теперь найти. Ну, видимо, в том же самом месте. А может и нет. Ну, давайте на крышу залезем, посмотрим. А, мы же без огнетушителя не залезем туда. Он еще и заметил нас. Ну, говно какое-то просто. Как это мы туда так прыгнули? Как лом-то где достать теперь? Надо поискать. Во-первых, огнетушитель опять надо доставать. Надо допрыгнуть, во-первых, вот сюда. Ворон меня опять, я так чувствую, заметил. Возможно. Я вылез отсюда. Бежим. Я смог выбраться, слава богу. И огнетушитель забрать. Нужно на крышу залететь. Я... Взлетай быстрее. Говно просто какое-то. Дизмораль нафиг. Миллионное просто. Вот тут, ну вот еще застревает самое время, блин. Достало это все нафиг уже. Ой, я больше так не могу, серьезно. Я думал, я хотел снять такой хэллоуинский ролик, а в итоге не очень получилось.
Мы добыли бутылку, вот лом, теперь опять придется. Вот лом где найти, я теперь не знаю. Просто не знаю. 34 минуты уже записываем, да. О, магниту. А, это просто выпал у меня. Ну-ка, она сработает? Нет, не сработало. Я не могу взять. Никак это. А где огнетушитель-то? Вон он. Можно ли без огнетушителя потушить огонь? По-моему, его... Можно ли огнетушителем огонь потушить, я не знаю. Я такое чувство, что нельзя. Давайте посмотрим, может быть. Так, в шкафу что лежит. Ничего в этот раз там не лежит. Я помню, там был... Я помню, я там кабель находил. Так давайте запустим эту систему еще раз. Ну это пипец просто. А кабель где? Где он? Кабель где? Пипец. Ой-ой-ой-ой, обидно. Обидно. Он его спрятал где-то. Где я без понятия вообще. Нету кабелей, просто нету. В шкафах надо искать, смотреть. Здесь нету. Это что? Говорят, можно потушить огнетушителем это дело, но что-то не работает. Как видите, этот способ вообще нам не помог. Вот где кабели, я понять вообще никакого не имею. Фух, ладно. Закончим мы на этом все-таки, наверное, потому что, ну, я не могу так. Я не могу, не могу просто. Где лом, где кабель? Это просто огромнейший вопрос, на который я понятия не... на который я вообще ответа не знаю. Как-нибудь, может быть, потом прохождение нормальное снимем. А это был просто первый взгляд, можно сказать, мой. Не первый, я вчера первый раз на нее смотрел. Почти прошел, у меня игра крашнулась, я не смог пройти. Ну а так я знаю, как пройти. Надо ломик достать, там отковырять, веревочку достать, ключ достать, огонь потушить надо водой. 5 конфет достать, положить их там в мешок в какой-то, и на этом закончится игра. Как-нибудь... Мне такое чувство, что он забажился где-то, потому что раз он меня преследует до сих пор, вот, он при таких условиях преследует меня не должен уже. Ладно, ладно, давайте на сегодня все. Я что-то уже замучился. Если честно, пригорел просто вообще от этого ворона. Это просто пипец какой-то. Ладно, на этом все. Мы как-нибудь еще раз в это сыграем обязательно. Ну, с вас, господи, писоза, с меня эпичные видосы. Веселого вам Хэллоуина, блин. Подписывайтесь на стримовский канал, на группу ВКонтакте. Всем пока.